Сегодня мы постараемся показать вам театр. Наш театр индийского танца. Пожалуйста, наслаждайтесь. Богиня красоты и красноречия Сарасвати покровительствует Котласскому танцевальному коллективу уже 24 года. Сейчас она вдохновляет любителей индийской культуры от 4 до 60 лет. Накануне танцовщики открыли осенний сезон двумя новыми номерами. На открытии сезона и для проведения мастер-класса в Котлас приехал московский преподаватель Александр Кононов. Благодаря ему котласские дети первыми получили уникальную возможность обучаться в режиме онлайн. После успешного старта проекта на юге Архангельской области к данной технологии разучивания номеров присоединились другие регионы и даже страны – Украина и Германия. Мы не только учим танцевать, но и даем еще много информации, во-первых, да, и теории, которую они изучают. Теория на санскрите и на тамильском языке. То есть дети не только танцуют, но знают и санскрит, и тамильский язык. Вот так. Так что у вас умницы дети в Котласе живут. Благодаря трудолюбию детей, родителей и преподавателей, Сарасвати получил уникальную возможность побывать на родине экзотического танца в Индии. На одной сцене в следующем году встретятся воспитанники школы индийского танца из города Ченнай и котласские ребята. Масштаб фестиваля концерта международный, но нашим танцовщикам есть что показать. Сарасвати, пожалуй, единственный коллектив индийского танца в России, у которого 26 гран-при всероссийских и международных конкурсов, более 150 дипломов лауреатов. Но котласские танцовщики уверены, им покорится еще множество вершин, в том числе сцена жаркой и загадочной Индии.